шкафчик у босса. При суммоне мага. С кем? С кем-то еще. Кукает кто-то или что? Сейчас я выгоню кошку еще. Заебет. За что ты меня выгонишь? Приятно. Пью. Да, дайте ГБ, я фласочку возьму на себе. Лёва ГБ стоит возле рыбы. Дэн, поставишь рыбу тебе дать? Вместе с рыбой стоит. Ты поставишь рыбки? Ну, у меня 9 штук есть еще. Сейчас ГБ достану, чуть-чуть. А, на твой камень ебучий. Ты ПМТшишь? Ну давай. Танчи тогда звезде босса. Когда выходит моб, ребята, светимся в моба. К боссу не подходим, пока у него жуки трубеды не кончаются. Геру давать не будем. Там до босса следующего надо будет ставить. Ну, судя по бафам, кто еще накинул, ходячий труп, ты МП5, Энака, докидываешь всем каски и умпа-лумп с тебя кулаки. Я вообще говорил чуть иначе. Возьмите со стола себе штрудели вкусные, из маны. Поэтому, блядь, чтобы не перебафовать 10 лет. 24 человека в Дискорде, блядь. Кто-то пидор. 25-й, походу. Все, на пол чека. Долго стоять не будем, времени мало, так собирались сейчас, ебать. Нихуя себе. Час собираться. Влад, кикни, пожалуйста, вот эту хуйню мне. Кикнуть? Ну, с 8-й пати. А, ща. Как ты же в хиллботе себе вырубишь 8-ю пати? Я, блядь, не знаю, забыл, как это делать. Я тебе скачаю специально, тебе покажу потом. Давай, таймер даю. А, истерию кому? Сейчас, блядь, сука. Ты по кому будешь делать истерию? Давай, я коту, так, а ты пороги закидывай. Полукругом стали вокруг босса. Шипы все не ловим, милики с левой стороны сбейте, в левую ногу его. Сразу видно, кто геометрию учил, да? До сих пор левый правый фут у меня лапки, блин. Это хвост просто. Там не надо растет. Тридцать секунд до роя, потом выйдет моб, все моба светятся и ждут, пока пройдут жуки трупоеды. Поводишь босса еще вдоль стенки этой. Начался с... А, блядь, не начался, 10 секунд еще. Я ДБМ наебываю. Все, отходим от босса. Ждем моба. РДшники пока колотите. Хулипа усердно воида хиль. Пошли босса бить, добиваем.
Мужиков кастнул. Порвался на тебе в курсе. А он меня не бил. Ты чё, охуел? Мы же были друзья. Да вроде как не. Он бьет, но там херня вообще. А ты чё, за лут? 3-3 БУЕшки напротив. Нихуя так бурст 12к был, я шо хуел. Вот сейчас чисто люди ради этих БУЕшек останутся на фул, отвечаю. Самая дорогая БУЕшка, считай, блядь. По таймеру люди паролем, то не залупайте, что я в себя закидываю пока. Идем дальше паучи и бьем. Так это ж на протовара, блядь. У нас два БДГ, нахуй. Щит одень, он. А ты ж не, подожди, ты не можешь щит одеть, ты не пизди мне, нахуй. Ради рейда. Намучишься затыкащить на себе в руке, да? А можно вопросик? Какой? А вот тут вот код, короче, бля, семерка плюс. У тебя сколько меткости идет? У меня перекап 287. Мастерства 20. Так, а мастерства получается 132-137, ждавка тебе идет. Ну, как везде, то есть 17 набираешь, а 10 от таланта пойдет. Все, понял, спасибо. Такое, как бы сейчас накатая, что меткость, что мастерство можно собирать не полностью. С меткость от 230, не меньше, а вот мастерство от 20. У меня мастер перекап идет, а блин, меткости вообще нет. На пульте дайте, под танком. Мне просто и стиль видали, поэтому ДПС такой. Ну и на криты повезло. Вам вообще люди в гильдии нужны? У нас дальневосточная гильдия. Ну, я не из, блядь, с Москвы. Не с Москвы? Я с Красноярска, недалеко от вас. У вас сколько в РТ примерно? Час, прям скажу. Хера, прям собрали. На пульте в танк. Дайте гимны. Танквилы, ебать того рот. Ну зачем вы это сделали? Все было по красоте, бля. Не, очень много. Вставайте, бегите, вставайте, бегите, бегите. Все встаем, бежим. Не лежим, не ждем. Быстрее будет только. Так и чё, к вам можно? Да, можно. А ты кто? Умполум. Чарли шоколадной фабрики писал, что ли? Да-да-да, я прям оттуда съебал. Я сладкий Умполум панда, блядь. Присоедини в чатик. Мы с моложим бесстыжим талисманами. У меня против есть 204-й, вот Ретрик 201-й. Да, денешься еще. М? Рыбу ешьте, типа, поставим. Мне вкатило код, говорит, 201-й, да, у тебя ETL, блядь, плюс рыба, говорит, а плюс еда. Не, 204-й, плюс хавчик, типа. Бафы сейчас обновите. Давай тогда по пол пачки соберем. Стай, офин.
Краснить итога, дать тебе бафы. Док, иди рыбку там даешь. Остатки. За котом даешь. А лад, кинь мне какую-нибудь другую пати. А еще 200. Я очищение поставлю. Очищение? Ну, я тебе по разным пати раскидаю. Ага. А, шаманы, поставьте очищение, пожалуйста, все, блядь. А я хилам одного оставлю. От природы еще поставлю. Все очищения в третьей пати шаман поставит от природы. Так, что, ты на трэшике или я на трэшике? Давай, тогда на трэш посижу. Брис, знаешь, что делать? Знаю, у меня бантендер следит, скорее всего, опять. И все зло. АТМК? Что так следит? Давай. Зададим после первой бирсы Геру тогда. Посмотри назад, там такой медвекот прыгает вокруг рыбки. Не знаю, как ты ее не заметил, но вот. Все заметили, а ты нет. Вот он. Мана, можно? Кого, чего? Каску оформить по шаманам. Ща оформляют. По друидам еще закиньте каску. Еще по друидам, по ДК. На ДК есть? Теперь есть. Все, на полчека. Ну, заберешь босса после того, как я заберу трэш. Отведи подальше. Удаву. Вы так боссов вертите, блядь. Да ебучие бомжи, нахуй. И в контроль бери, блять. Не проносил. Дайте БР быстрее по танку. Прохиливайте меня. Герус, дайте. Ты можешь МК взять? Взял МК? Ты скинул? Нет, висит бирса. Прид, сними бирсу. Те метки стоят, вон печеньку возьми в МК. Прист, Мурмура. Вроде кастанул, но что-то... А, самого дальнего, да? Нет. Падать, еще раз бежим. Я толку взять. Сейчас у нас Фейс справится просто и все. Что ты говоришь? Ну вообще, чтобы бирса упала, надо моба убивать рядом с ним, который там стоит в услуге. Это ты не в десятке так, как бы. Ну а в 25-ке не такая система разве? В 25-ке контролить надо и снимать. А, ну сорян тогда. Мурмура, чё? У меня панель слетает. Слышал меня, нет? Слышал. Выключи бартендер, поди. На время босса. Может даже не бить вообще. Да. Главное себе выстави этот контроль. В
Блять, нахуй я на бу пошел. Рыбку кушаю. Я с бартендером играю, мне вроде не все тайтом, когда я контролю. У тебя сирусский стоит? Слышишь? Вот этого я не помню, какой. Или сирусский, или нет. Там, потому что на сирусе есть вкладка с аддонами. Не, ну если знаешь, что слетает, как бы, ну, выключи пока на этого босса хотя бы, блядь. Релогнись, вырубим, тебя присоманим. Дай, да, гниды, ЧСС по войду. Столько локов было, пиздец. Все проебались. Хоть мага нашли, блядь. Дрида, да ебе не хуйня. Ты хоть прожимайся, блядь, что ли? Чтобы не падать. А, чисто эсэсовцы, да, получается? Аспект, хантик, выключи. Бля, ну три буешки с первого же босса. Это прям красивый рейд будет, я думаю. Что-нибудь Термагеддон упадет, да? Мурмур, ты там сделал себе, все нормально? Ну, релогается, видишь? Да-да-да, Берса где-то через 8-10 секунд позже было. Так, док, у тебя же арм со самого, не? Ну так он и стакал. У нас севар вроде гильдейский, да? Всем, кроме одного ГП дать. Пожалуйста, на рогу и на вайда кулаки повесьте. Куда отпиши в рейд-чат. В смысле? Ну, присоединяйся. Что, приз получилось? Сейчас попробуем, давай, я отключил вообще бантендер. На булчека. МК, только вынеси себе. Сейчас, может, вообще не надо. Меня парни. У нас приз до доллара, а не его присумонить надо. Дайте шкаф. Умпа-лумп, повесь на вайда танка и на рогу кулаки. Угу. Все красиво. Шаманы, можете не ставить силу земли? Тотем. Все, на пол чекаю. Бомжей только не зовите, ДКшники, пожалуйста. Потом пробурстите, на следующем боссе. Это таймер ебан. А где он, блядь, делся? А, нашел. Ой, заберись мне. Я распыла? Нет, без берсой первой.
тем очищения дисплейте тоже не забывайте. Метку поставь, пожалуйста, КОМК, братья. Последователь или служитель? Служитель вроде. Да, Дэн? Блядь. Поэтому я вопрос задал. Поэтому посмотреть. Пробуй сейчас звезду в МК взять. Посмотреть. Служитель, да. Только встань между боссом и служителем, чтобы МК у тебя не спадал. Бери, снимай. Ой, ебать, того рот. У меня еще и сало висит, я хуею. Мне тоже сало дали. Геру, давайте. Продиспельте, продиспельте сами себя, блядь, друиды. Мумич, давай по эрдру в твоей пати, БР. Малыш Бестыж по Гнидычу. Слепкот, у тебя КД? Да, поднял. Мазбаф и дал. С меня забери быстрее, ебать. Я заебался уже прожиматься, нахуй. Готовься, скоро МК у тебя будет опять. Вон, между туда вот подойди. Вот я звездочку поставлю. Там встань, Крист. Вон, звезду я тебе поставил. Фонарик стоит. Чуть дальше подойди, чтоб тебе сало не вешало. Бери в МК, жди. Сейчас будет. Ай, бомжи приперлись, блядь. Маны нету у хилов, пацаны. Мурмуру, дай гимн на ману. После МК. Добивайте босса быстрее. Хорош, блядь. Порезайте. Да, сосать. Захильте дальше людей. Так, Арчи, тебя к себе закину. Локи. Треш, только не зацепите, скипните его, пожалуйста. По-умному сделайте. По-умному. Зачем вы так треш таскаете? Там же пэты, блядь, бесконтрольно бегают и агрят все подряд. Лучше маленькими кемпами на будущее убивайте, а не вот это вот. Потому что пэты все согрет. Вара, рисните кто-нибудь, останьте один. Угу, рисую.
В лужу только не падайте, ману себе не тратьте, хилы. Спасибо. Ну, ты пожирнее, ты босса потанчишь. Шаманы в четвертой пати с вас тем очищение под боссом прям. А, стоим. Нет все. Нет проблем. Стоим все в звезде. Давайте, на коконах будет Маг, Гнидыч, Мумура и Элем, давай, который темп ставит. Вы бегаете, разбивайте коконы, и никто не подходит дальше звезды или ближе звезды. Милики под жопой, в сторону жопы своей, в звездочку. Босса поставишь в печеньки, подведешь вот сюда вот. Даже вот сюда вот. Ну, в принципе, можешь ты поставить, он просто заберет все, чтобы красиво было. Ну, давай, можно так сделать. Да, давай, да. Поставлю, давай, да. Все нормально сделаем. Да, не готов. Дайте ребавчики. Ну, тоже верно. А то, блядь, я чардж, пум, в другую часть комнаты убежал куда-то. А варам же сторону топорик кинуть, что ли, или там нажать? У тебя два топорика есть. Малыш Бестыж. Давайте, таймер даю. Геру по команде сдадим, на стрим есть еще КДшки. Это ничего страшного. Че, поставишь сам, да? Ой, пожалуйста. И стилю на кота. Я закинул тебе уже. Ты пороги закинь сейчас. Милики все под жопу встали. По коконам пошли сыграли. Там эрдру в коконе. У нас два эрдру. Вы держите на танке. На мейн танке. Оздоровление. О, костячники. Руська Про, дай БР по эрдру. После стана. И все станьте звезду. Сейчас. И жизни цвет, и оздоровление вешайте, которое яды снимает. Шаман, ты дымы переставьте. В ворота ходил у нас человек в коконе. Быстрее разбейте. Как он там оказался, блядь, вообще? Без понятия. Это спасибо Сирусу. Тебя может кинуть, даже если ты в другой части комнаты стоишь. Слева. У
Держим оздоровление, жизнецвет, еще точек холипала повешу, я увижу, что его у тебя не висит его на танке. Священный щиточек. Во, и флешечкой по нему спам, чтобы ходка висела. Коконы разбили, пошли. Дойду 5 секунд. А чё, по Гере не даем? Ебать, крудак халявный, пиздатый. Сори, у меня кошка. Эпилептик, блядь. Кстати, об эпилептике, дальше куда идем? Военный? Да. А, стой, мерзость. Уже мерзость чистили. Тебе нужна она? Мне за спеки никто не писал, но забирай. Можно еще себя логнуть. Угу. Дэн, поиграли 2 минуты по трэшу? Я думал, с кошкой проблем. Ну, танки, вернитесь назад, а то у нас проблемы у толстяка. Все, окей. Развернулись, добили толстяка. Ну все, я сделал все, что мог. Сильно вперед не убегайте. Здесь рыбку ставлю, кушаем. Уже убили. А разруливать когда шмотки вообще будем? По доллару. А вы где вообще? В какой-то что? А мы в квартале Эльзости. Или как он там называется? Короче, возле лоскутика стоим. Тупим. Блять, есть ветеринары в рейде? Дайте сумму, пожалуйста. Пиздец. Почему ветеринары?
Напиши, что у меня с кошкой беда. Лог за мутежков, пожалуйста. Чуть не обосрался, нахуй. Кто там про квест спрашивал? Сейчас квест на этого, на Малигас. А кэшлут тебя перекину весь, да? Да. Хант, Вар, просыпайтесь. Ну, Хант проснулся. Вар тоже. Кушайте рыбку. Возле шкафа стоит. Кто у нас там из РДД? Локи сильно бьет, да? Агрессив тоже, покушай рыбку. Да, я думаю, ты на 10 тысяч больше ДПСа дашь. Хулипал, с тебя со льва по КД, по слепкоту. Вельзевул, напуливаешь Войда. Войд Фрозен, БДК. Второй хант напуливаешь, давай, в Локи, в Элема. Слышал, да? Хант второй. В первой бате, который. А второй хант слышал, Верзеву? Mm-hmm. На пол чекаю пока. Милики, не врывайтесь с пула, пока этот, блядь, ЛМ нормально огронь наберет. Он по луму где? Сейчас здесь. Сейчас ждем босса, пока он подойдет поближе. Пристабав дайте пока. Стойте здесь, никто никуда не идет. Ну, товарищи РДДшники, вы на паучихе некоторые очень-очень слабо дамажили, поэтому сейчас лучше покажите себя во всей красе, потому что иначе вас, возможно, заменят. Так как некоторые дамажат почти как танки. Но это так, совет. Как подойдет, сразу запуливаешь. Пейте припоты. Давай, агриппом пуляй его. Локи бей, в Локи на пул, дайте. Еще на пуль, типа, нет. Потом оба ханта можете по Локи напуливать, по Элему. Четвертый пати он. Я второго на пол, вижу на пол. Так, Хант с первой пати напуливает Верзевула, короче. У нас мох летает, у нас Локи не может игру набрать. Мурмич, дай по агрессиву БР. Малыш Бестыж, дай по слепкоту БР. Хант первой пати напуливаешь Ханта во второй пати. Хант не скидываешь игру. Бей вообще со всех бурстов, можешь не напуливать даже, не тыкай на пул Верзеву. Ты что, близко стоял, что ли? Я капу ставлю, блядь. Зачем? Ты же для того РДДшник, чтобы на тебя напуливали, чтобы ты не умирал, как милик. Какой только долбоёб охотник без трапа играет. Пиздец. Давай, Русь Капро напуливай, Хант. У нас только на него сейчас надежда. Хант и Рога, все на него кидай. Почему нету? На, работай, раб. Так. Петрович, дай по Верзевулу, БР, по ханту.
который умер. Кстати, послушалось ли ты сказал Локи, а не Локи? Просто Локи Энг. А, это Энг, блядь, был? Да. Ебать, я шлем убрал, я ж не брал Энг. Гнидыч может и сам агро набрать, ожогом. Все, Руська про, а рейнджи удержи от босса. 2% можно бадгей удать. 10% босса подождал, думаю, сейчас бурстану, блядь. Давайте Геру. Еще в Руську про на пульте. Может, тебе еще стерив закинули. Да прожмешься, не зыбку прожимай, Я сейчас заретаунчу с тебя на следующую тычку. Нихуя, я все равно в топ-6 поднялся. Да, да, конечно, надо. Мне все надо, блядь. Ты видишь моего танка с говна и палой? 25 человек в линкую. Двадцать два человека отлинкнул. Пиздобол. Да, я пиздобол. Ну, кидай ролл. Сука. Я понял, ну. Блять, нравится мне вот это. ДПС в реальном времени, там даже у Холи Пала 3-2к. Типа один раз дал, и все. Где ты здесь? А что-то Уникс прям... Чё, красный рог? Чё тебя рога? Чё такое? Странно, блядь, вообще не те цифры, которые у меня линкуют. Ну ладно, хуй с ним. Рога, знал бы ты, как мне похуй на ваш лут. Рольчик. Вы чё, блядь, издеваетесь? Все собрал, да? Деспеки же, да? Да. Ладно, так я тоже положу. Пойди, твой боже. Так, так. Блять, хули пристажи нет. Сейчас будет сложное объяснение тактики, которое вы должны запомнить. Если вы будете тупить, то мы будем здесь байпаться сидеть, как бараны последние. Если не будете тупить, то с первого трая убьем. Сейчас я метки расставлю.
Ну ты понял, давай там до стенки доводишь. Все, вот, смотрите, блядь, все, кто я? Кто я? Звезда я. Вот звезда, блядь, перед вами, нахуй, бегает. Видите в метке звездочки? Милики бегают с внешней стороны, вот с этой. И когда на вас кидается метка, которую нужно вынести, которая льет лужу, когда вас здесь пылят, вы отбегаете настолько далеко от рейда, от других миликов, сколько это возможно. Вот, уперлись в стенку, вас продиспейлили здесь, вы побежали через лужи, чтобы не влутать от них урон. Прожали свои дефочки какие-нибудь, там, еще какую-нибудь хуйню, блядь, похилились, пошли бить босса. Босс будет водиться по кругу, вот по этой, блядь, решетке, которая здесь под вами есть, до креста, до стенки, до той. РДДшники, вы стоите в центре и никогда, ни в коем случае не подходите боссу под лицо. Если он блеванет, и вы пойдете, будете у него под лицом, то появится куча маленького трэша, который вас тупо убьет. Вы также выносите лужи в дальнюю сторону от РДДшников и миликов. То есть тоже, вот, босс будет водиться по этой решетке, и он будет вызывать лужи. Вы становитесь рядом с этими лужами, вас диспелят, и вы сразу же выбегаете обратно в рейду. А, думаю, вас сейчас что-то им поставит от говна. Ой, извиняюсь. Кто там у нас? Обновите каску. Каску обновите по шаману. Что еще самое главное? Вам 11 минут мало, блядь. Нихуя тут главного нету. Все, льем лужи, диспелим аккуратненько. Диспелим. Давай хелсен ты подиспелишь. Хелнес, да? Эршам. Кто такой диспелис? Алло, алло, я здесь, что там надо? Арчи, давай ты, брат, подиспелишь. Подиспель, когда отбегать будет подальше. Хорошо, хорошо. Все, люди, от вас требуется нормально бить миликом, блядь, в правую ногу босса, в правую ногу, которая будет с внешней стороны. В его правую ногу, блядь. И не стать в лужах. А РДшникам не тупить под лицом у босса и выносить лужи подальше от РДшников до остальных. Все. Да и кидай СС на Вайда. На всякий случай. Я пока на готовность чекну. Войт, иди на звездочку, пока жди босса. Это разбафайте каски. Каски разбафайте, пристабаф дайте. Что-то у нас, блядь, 3 человека без пристабафа. Пороги. Похонту. Ну, ну вот именно, да-да-да-да. Рыбки у нас хуй. Ну и хуй с ним. Могу поставить? Не надо док туда бежать. Мы пока бафаемся, пока хуйню страдаем. Я пока тут на ФК чекаю. У нас люди ФК что-то еще делают. Сзади рыбку ставлю под паладина. Все, вроде все подтвердили. Рыбку у кого нет, поешьте. У кого есть, не ешьте. А, шаман, это ТТМ-очищение убираете? Там сразу. Да, вот самое главное. ТТМ-очищение убираете. Арчи, поставь от сил природы. Войд, угу. Выпей сопротик, где есть сопротик? Или тебе? Ну и все, отъебись. Так, все, босс идет. Милики пошли, стали в внешнюю сторону за звездой. Сейчас вам босса поставят. РДшники, нате вам господина печеньку. Где ты, блин, господин печенька? Ади, Арчи, стоять. Арчи, ты где? Вот он бегает. Все, РДшники с печенькой бегаете, милики бегаете. Нате вам слепкота. Да. Милики, милики в кресте бегаете. Да, пуляй, 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 пуляй. Гриппом пуляй. Или ВПшкой, похуй. С подъебала ушли все, кроме Войда. РДД сдвинулись справа немного. Облако. Милики, смотрим, лужи под собой. Мак вынесли. Унесек вышел. Сейчас-то зачем вы полубоком держать? Мне приходится либо в луже стоять, либо и вообще в спину не бить. Тут бомжей еще куча, ну. Петрович, вынеси. А, что ты поносишь сам? Да. Хату с ДК или какой? ДК, ДК, вынеси, быстрее.
Манай? Не спалил? Че, он будет заворачивать, РДшники, стыдите, чтобы под лицо к нему не попасть. Мари, давай, как там, блядь? Марли, Марлу. Сам поди спалься. Он не может, это, блядь, чума. Он полумп, сам себя продиспелишь, прохиль ты полумпа сейчас. Гим на ману дай. Че, может, пускай БР отдадут? Страм там, бачи там какой-то, что-то где-то. Рога вынеси, продиспорил. Сдайте Геру. ДК, ДК, ДК с черепочком, ДК с черепочком, вынеси. Хартус вышел, вышел. Петрович. Петрович. Смотрите, подъебал, они залезли. Ходячий труп вышел. С под лица уходить, у нас семилик в лужах попередохли, да? Три ляма добивайте. Дайте иннеры по аршаме здесь какого-нибудь. А, Петрович, давай по Хелсингу. Хелнесу. Русика про по второму аршаме отдай. Да. Я в Элиме сейчас. В Элиме? Да. Почему ты в Элиме? А кто тебе сказал в Элиме спекаться? Да не, это я и сказал, что она не спекалась. Арч, тебя ударили, блядь? А? Русика про вынеси. В смысле, мы же проходим, как их уронится. Манай. Я в лужу занесу, предоспели мне. Красиво я занес. Добивайте быстрее. Ты понимал, когда тебя дисплели, мне по хвосту как уебало. Проконтрольте трэш там, маг, приморозь его, чтобы он не бегал. Дайте мне рез. Рез. Еще б нужные падали.